Итак, нищие, блядь. Мое величество пришло сюда, чтобы видеть хорошую новость. Мы повышаем налоги на жизнь. Правда о твоем предательстве последнее, что он услышал перед ударом. Но я же не специально. Там не поебать. Ты же меня прости. Тяжело дышишь. Ты когда-нибудь был женщиной? Я... Если не выполнишь супружеский долг, я могу отказаться от брака. Снимай пояс. Джордж? Джордж? Ну нахер. Джеймс! Джеймс, мне нужна помощь. Стерлися, а вы не ждали нас, а мы приперлися. Прости, это срочно. Мэри, you're alive. Привет, парни! А что мне дальше? Будет проще, если придумать сценарий. Расскажите, почему я должен быть наказан? О боже, вы меня разочаровали? Вы плохо себя вели, принц Карлос. О да, это так. Это так. Вы должны быть наказаны. Очень суровое наказание. Нужно позвать на помощь. Слишком поздно, он мертв. Мария, мы убили испанского принца. Гнев его отца обрушится на нас. Боже мой. Боже мой. Нам нужно быстро спрятать. Мария? Где он? Милорд! Почему он все еще жив? И что теперь? Пизда нам, пацаны. Невеста проснулась! Невеста? Отойдите, не толпитесь. Вы думаете, я выйду за вас замуж? Конечно, нет. Вы выйдете за моего сына. Еще чего? Куда делся Джордж? Иди сюда, Джордж. Познакомься с Марией, нашей королевой. Только не упади в обморок. Ваше величество, простите, у меня слабое сердце. Я не выйду за него. Oh, my dude, you just got pranked. Bet you didn't see that one coming, huh?